Приветствую всех зрителей у себя на канале. Сегодня у нас 12 декабря, и я продолжаю показывать вам последние события и новости, которые происходят в стране Беларусь. Сегодня рассмотрим, что произошло за последнее время. Что же, погнали! На первом событии можем видеть, как Светлана Тихановская выступила с речью на приеме у президента Польши. Как говорит Светлана Тихановская, они сделают Беларусь свободной. Далее у нас в Солигорске тестируют высокотехнологичную елку. Последние и заключающие события на сегодня: белорусы Кельна призвали отстоять политзаключенных, заложников надо спасти. Вот и все, дорогие друзья. Спасибо за просмотр, до скорых встреч и всем пока.